1941 году я жил в Курской области. Вот. Есть такая станция Касторная. Вот. А там началась война. Но сначала перед этим Касторным я был в Донбассе. Нас мобилизовали в ремесленное училище. Я все помню, как началась война. Мы были ребятишками. Даже не помню я свою юность. У нас не было юности. Какое это было трудное время. Это было трудно представить себе. Много погибло. Вот ранение вот здесь. 3 на 5 сантиметров костей нету. Никогда не жаловались. Никогда. Но время было какое, представьте. Голодный, но я кроме того, что вот горстями поесть пшеницу, которую в кузове везу, я не мог в карманы наложить домой привезти зерно. Я говорил, давай пойдем на фронт. Нет, ты сумасшедший. Ты надо идти домой. Дали фанерную винтовку, пластом ползали. Неделю ползали. Потом от Москвы отогнали немцев. И сказали, все, стоп. Передвигались ведь ночами. Человек уже устал, не может идти. Помогаешь ему, или он тебя. Видит, что выдохся человек. Берет у него вещевой мешок, берет автомат. Помогает, за руку берет. Чтобы он не отстал, шел вместе с тобой. Это взаимовыручка. Это дружба. Не разбирал человека, что ты русский, ты кыргызский, ты казах. Нет, и все родной было. Нет, говорит, не зря прожил я здесь полвека. Нет, не зря я пил в горах кумыс. И роднение человека... что налил пиалу мне киргиз. Война всегда это плохо. Война – это уничтожение. Война – это смерть. Война – это кровь.